Чебоксарах продолжают избавляться от пробок. 7 самых загруженных дорог столицы повысили свою пропускную способность на 10-20%. Это результат внедрения в столице автоматизированной системы управления дорожным движением. В центре наблюдения побывала наша съемочная группа. Автоматизированная система управления дорожным движением в Чебоксарах работает с 2014 года. Суть ее в том, что диспетчеры центра ежедневно наблюдают за движением транспорта в городе и в местах появления пробок вручную управляют работой светофоров. Светофоров в столице всего 60. Кроме того, сотрудники центра на основе практических наблюдений выносят предложения по переразметке улиц столицы. Первыми результаты их работы заметили жители Московского проспекта. В районе бывшего магазина на столице появился левый поворот. Переразмечены были Эгерский бульвар и улица Гагарина. Данную работу мы начали еще с 2017 года. В рамках предложений, которые были подготовлены нашими специалистами, были проведены мероприятия по обустройству выделенной полосы на улице Гагарина. Была перенесена остановка на улице Афанасьева. В 2018 году мы работу данную продолжили и провели мероприятие по изменению организации дорожного движения, то есть провели переразметку на 6 участках дорог города Чебоксары. Благодаря работе центра повысилась скорость движения личного и общественного транспорта в центре города и пропускная способность основных дорожных участков столицы. В 2019 году на улице Калинина и на Московском проспекте появится выделенная полоса для общественного транспорта. Это поможет снизить и аварийность на дорогах. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика.